Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Вера Фокс, я преподаватель рока экстремального вокала. Так, сегодня с вами мы будем говорить об одной из самых, пожалуй, крутых представительниц рок-сцены. Это Бет Харт, человек, который повлиял, в общем-то, на всю мою жизнь. И действительно, я считаю, что сделал меня именно тем, кем я являюсь сейчас. Именно с ее видео «Am I the One» начался мой интерес к расщеплениям. Я, честно скажу, не буду вас заваливать фактами из Википедии, потому что, если вы захотите, вы сами посмотрите, обязательно послушайте. Но, пожалуй, для меня это человек с самой филигранной фразировкой, с потрясающей мелизматикой, человек, который обладает огромным количеством видов расщеплений. И когда-то, когда я как раз вот лет 6 назад копала интернет в поисках всяческих фишечек, да, которые бы приблизили меня хотя бы чуть-чуть к рок-исполнителю, а как известно, что после операции на связке мне было очень страшно что-то делать, да, как-то изменять свой голос, потому что единожды его потеряв практически совсем, ну, такое чувство самосохранения-то оно появляется. Значит, копалась я в интернете, и наткнулась я как раз именно на песню, которая будет называться у нас «Am I the One», ее же сегодня разберем, и начала свой просмотр. Увидела я там совершенно неприглядную барышню, которая, кажется, была немного пьяна, немного вольна. Вот. И я подумала, боже мой, какая страшная, она страшная, как вся моя сознательная жизнь. После просмотра этого ролика, где-то вот через 5 минут, я поняла, что я хочу от нее детей, я готова стирать ее вещи, я готова приносить ей пиво на сцену и делать все, что угодно, чтобы только побыть рядом с ее потрясающим, феноменальным талантом. Честно вам скажу, впечатление у меня было просто безграничное, но главное зерно, которое она во мне посеяла, это зерно сомнения. Почему? Если человек, да, обладает теми же связками, той же диафрагмой, примерно тем же диапазоном, может все это делать, может рычать как зверь, может быстро перескакивать с одного расщепления на другое, почему я не могу этого делать. И я считаю, что, пожалуй, это и был первый исполнитель, я еще не знала о том, что будет программа «Учимся петь в манере», в чьей манере я и начала свои поиски, да, вот этих вот механизмов, которые позволяют человеку настолько идеально владеть своим вокальным аппаратом. В дальнейшем я посещу 3 ее концерта, которые будут проходить в Москве, и буду каждый раз поражаться, насколько круче она звучит вживую, даже чем на записи. Не зря я ее называю второй Дженис Джоплин, причем Бет не просто хороший вокалист, она потрясающий музыкант, она играет на клавишах, играет на гитаре, по-моему, господи, по-моему, даже на виолончели. У нее замечательное образование, причем высшее музыкальное, и ее карьера началась с того, что она также пела какие-то кавера и так далее, пока не собрала свою замечательную банду. И вот, по-моему, гитарист, к сожалению, не помню его имени, вот с гитаристом они до сих пор уже, не знаю, наверное, лет 20 вместе, бомбят всяческие сцены, отыгрывают большое количество концертов, и до сих пор, так как музыка, да, в основном у нее это блюз-рок, они остаются актуальны. Да, к сожалению, в нашей стране, я прям поплачу по этому поводу, блюз-рок никогда не был, ну, в каком-то таком обиходе, да, люди не очень любят ходить на такие концерты, потому что помимо того, что там действительно драйв, это еще музыка для подумать. Но, хоть и небольшие, но залы она у нас в России собирает. Что же, перейдем теперь к разбору ее непосредственно творчества. Честно вам скажу, вот, пожалуй, за 50 программ, тут 51 будет уже, я боюсь. Потому что я преклоняюсь перед ее талантом, и если какие-то звуки вместо тех, которые похожи на Бет Харт, у меня будут похожи на поросю, я заранее приношу свои извинения, но, поверьте, я буду стараться. Поехали! Блюзовая музыка божественна. Обратите, первые же фразы Бет
просто окунает вас во все тонкости блюза. Закомпрессировала, подала ее в носовой резонатор, опустила вниз, дав немножко субтончика и небольшое тремоло на конце фразы. Обращайте внимание, тремоляция у нее будет присутствовать практически везде. А здесь чистый субтон. Да, использование закрытого звука, кстати, тоже очень красиво звучит в определенном характере композиции. Мы, кстати, с вами не так часто с ними встречались, но это очень гармонично. Субтоном дает звук вперед. Идем дальше. Немножко вибрации. I sing these words time and time again. Первая же фраза. I sing the words. Начало с фрая. I sing the words. И дальше. Time and time again. Каждому слову дает небольшое придыхание. То есть не жесткая атака. Time and time, time and time again. Даже не again, а again она поет. Очень забавно это. To express my life. Небольшие задержки. To express my life. Да? Небольшой подъезд на фрай. To express my. И небольшая тремоляция. Life. Да, что ускоряет ее мелизматику и дает ощущение фразировки достаточно активной. Of being your lover and your friend. Но поет с оттяжкой. Of being your lover and your friend. Придыхание перед каждой фразой, да, это у нас только начало песни, она с нами только знакомится. А дальше такая девочка, Белоснежка практически. And there's the class, 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 class. И вот следующая фраза дает фрай, и клауд делает немножко более компрессированное. And there's a clown, 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 cloud, clown, 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 cloud. И постоянно, конечно, у него потрясающая работа с динамикой, да, то есть то открывает звук, and there's a cloud, 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 то притягивает его к себе, что дает нам постоянное с вами ощущение дыхания композиции. И немножко так мимачит по нотам, будто немножко издевается над нами, да? How about sharing tears? How about sharing tears? Sharing tears. Постоянно немножко плавает. And I'll embrace you with love from all your fear. В all дает небольшой драйв. Сейчас она нас им побалует. Да? Вот такую штуку. При этом достаточно амплитудная у нас с вами такая трещотка. Здесь она ее буквально немножечко, да, дала. Причем звук упирает у нас в твердое небо. Да, близко к носовому резонатору, но не совсем компрессирует в него, да, дает вот такое расщепление и опять спускается на более мягкую подачу from all your tears, то есть будто только приманивает вас и дает вам ощущение, что сейчас будет что-то очень мощное, и так оно и будет. Первая же фраза «Ау!» дает достаточно мощное расщепление. «Ау!» Да, это у нас с вами драйв. При этом она не снимает полностью, да, звук голоса, причем это си и до диез, там они у нее еще грудные. Нам будет очень интересно дальше их микстовать и тоже расщеплять на драйве. И если вы будете смотреть наш канал, вы узнаете из отдельного ролика, что драйв бывает как на грудном типе смыкания, так и на фальцетном. Но в основном делается на миксту. Продолжаем дальше. Смотрите, какая классная фразировка. Am I the one that you love? Да, то есть она постоянно сейчас начинает ее уже давать вперед. В контрасте с тем, что она делала в куплете. Если в куплете у нее постоянно были затяжки, то здесь она уже нахрапом идет вперед, добавляя драйвового расщепления. Don't you love! Драйв у нас, кстати, с вами идет, как ни странно,
через низ. Это звук хрящевой. Обратно загоняет звук в нос. Am I the one? Hey, hey. Да, и на hey открывает его через низ. Посмотрите, только начало песни, какая грандиозная работа уже сделана, сколько приемов мы с вами услышали. Здесь интересная штука, что с груди. Then you! Только что грудь была расщеплена, да, и там, кстати, немножко компрессии было, и драйва. And you think of! И перешла на фальцетный механизм, на сам фальцет с таким небольшим йодалем, да. And you! Oh! Да? Если вы хотите его потренировать, то сделайте это сначала с грудной атаки, без расщепления на голову. Oh! Are you? И потом уже совмещаете это практически в три приема. И, конечно же, вот это ее постоянная вибрация. Am I? Это такое тремоло, это не амплитудная вибрация, да? Если вы помните, что когда мы разбирали с вами Кипелова, он использовал исключительно амплитудное. То есть он бы это спел так. Am I? То она делает достаточно мелкую вибрацию. Am I? Да? Которая, знаете, такую, как Woody Woodpecker. Очень, кстати, удобненькая штука. Что делает, опять-таки, ее голос как чуть быстрее, чуть стремящийся вперед. Класс. А вот она. Где это у нас? Боже мой, это соль. Так, аккуратнее, да? Я буду орать сегодня. Значит, дает микстовый звук и к нему вот эту вторую форму драйва, которая делается с небольшим поднятием корня языка. Дальше! И снова девочка. A passion on your caress. Причем выражение лица у нее явно в этот момент, да, достаточно брови таким домиком. A passion, a passion. Вы вообще замечали, что от положения бровей тоже меняется звук? Потому что у нас мелкая мускулатура вся, да, она завязана между собой, и на звуке это очень ярко отражается. Звук S, кстати, обратите внимание. Your caress. Здесь тянет очень долго, то есть даже S она делает частью своей композиции. Ну прелесть же, да? Как будто только что не накусала и не нашлепала всех. From your fingertips. Опять у нее субтон, опять все расслаблено, никакой сильной резонации, все идет вперед. Йодель. I pray for the day. Ну и немножко фрая в начало, да? I pray for the day. Эй! Этот прием вы можете спокойно найти у нас на канале и потренироваться для того, чтобы исполнять ее композиции. И все в этом ее вибрато. I hear the passions for you. Что там? Your lips, your lips. Какая прелесть, как мелкой такой ряби на воде. Идем дальше. Господи, Wishin вставляет опять трещотку драйвовую upon the stars и перескакивает на субтон. Как хочет нам задать вопрос, ты делаешь это так быстро! Мы тоже так хотим! Но мы учимся, правда? Правда. Все, всех разорвала, да? Look at me, baby! Ow! Тоже, смотрите, интересная штука, что фраза начинается с достаточно грудного, да, грудной подачи звука, и переходит в микс, потому что там нота ми уже, и вы практически не услышите у нее никаких сильных переходов, потому что изначально звук, он у нее, если вы обратите внимание, действительно прижат больше к носу, да, то есть как будто бы она поет, если вот, да, там карандаш, да, мы берем, она может петь низкие звуки. Оу! Оу!
через низ или через верх. Она изначально придерживается позиции вокальной именно вверх идущей, которая к миксту, да, сравнивает вот эти вот переходы. И такими широкими пошла уже мазками. Фразировка поменялась немножко, да? То есть, если сначала она была более сдержанная, так скажем, то здесь уже гуляя рванина в лучшем смысле опять дает драйв туда. Причем am I, вот am у нее открытая в основном, а I, I-E-O, а I уже содержит драйвовое расщепление. Расщепление. Мне очень нравится фраза that you love. Вот это that, она у нее вообще практически атональная. То есть это не that you, that, ow, ow, ow. То есть исключительно драйв, и даже я бы заподозрила бы там ложные складоньки наши. Вообще они, как вы понимаете, частота звуков, она... Вы очень редко сможете отделить совсем, да, звуки, и в драйв иногда примешивается фолс-кордовое расщепление, фолс-корд какой-нибудь... фрай и так далее, тому подобное, да, там скримы и так далее. Вот, но то бета они практически все на своих местах, но периодически она их так здорово миксует, что получается вот такой нереальный коктейль. Очень интересно вот это think of, of. Да, мне бы еще потренировать это блеяние чудесное, но обязательно этим займусь. Последняя think of у нее идет как раз через низ. Then you think of! Да, такой звук прям контрастный. Вот эти вот звуки, да, down and cry, ow! Они все у нее... с драйвом. Причем у нее голос, естественно, чуть повыше, чем мой. И да, ей нота си, например, очень удобно. У меня как раз си переходная, мне не очень комфортно. Но если бы я смогла сделать то же самое, думаю, что я бы тут не сидела бы, а радостно давала бы концерты вместе с Джобом Намасом, с которым у них целый альбом, обязательно заслушайте, и со Слэшком периодически тоже бы его навещала бы. Вот, аплодируем, идем дальше. И прям взяла и just tell me that you love me, baby. Там барабан тоже, да, у нас жарит, а она делает фразировку чуть-чуть назад, хотя здесь кульминация. Но это именно потрясающее владение фразировкой. Ну, не зря она одна из лучших блюзовых музыкантов, а как вы знаете, они отличаются, да, не чисто рокеров, а именно блюзовых, они отличаются вот этим умением петь вперед-назад. Да, это самое ценное, и то, почему я гоняю своих, в общем-то, детей на уроки ритмики, потому что чувствовать доли и чувствовать, когда это уместно, это очень-очень важно для любого вокалиста. Смотрите, как интересно. Начала она с вами у нас с фа диез. Эм, эм, ай! Потихонечку добавляет драйвовые нотки, да, немножко компрессии. То есть, или, если там не было компрессии, это было бы так. Эм, эм, ай! Ай! То есть, звук был бы скорее, как у наших, да, рокеров. О! Но у нее, так как он проведен больше через верх, эм, эм, ай! С небольшой компрессией. Появляется сначала небольшой песочек, потом вот эта мелкая драйвовая трещотка. И в конце, да, она приходит в ноту ми, которую же потихоньку переносит на более микстовую подачу. Это вот то, о чем я вам говорила буквально несколько кадров назад, да, что у нее настолько звук выровнен, да, что вы практически не услышите яркого перехода. Yeah.
И опять как бы начинает над вами издеваться, да, только что раздраконила всех. Та-лам-та-лам-та-лей! И опять Белоснежечка, птички полетели, все вот это вот, оленята, Бэмби поскакали. Это контраст, опять-таки это еще и очень эмоциональный сильный контраст, да, то, как она не просто работает своими приемами, да, как вокалист, она этими приемами вас постоянно держит в тонусе, то она зверь, да, красавица-чудовище, то она вот эта красавица, которая вам говорит, что не все так запущено. Конечно, переклички с гитарой, come on, baby, да, то, что дает опять-таки живость композиции. Сейчас будет километровое соло. Видишь, гитаристы пытаются притянуть одеяло на себя, это нормально. Помашем башни пока. Это тоже важная функция для музыканта, для рок-музыканта. Смотрите, какая интересная штука. Вот тут она уже начинает становиться хозяином. I know there's a pain chance. У нее неровные ноты. Pain chance, pain chance. То есть она прям с подъездами дает при этом расщепление небольшое. Но вот у меня все-таки преобладает компрессия. Да? Она мне дико удобная. У нее она присутствует в меньшей части, да? Да. И фразировка становится размашистая, очень такая. Хозяйская, в лучшем смысле этого слова. Ну-ка. Ми. Очень удобно, кстати. Вот это мне удобно. Класс. Нота высокая, микстовая. Ау! Сасар! Причем вниз, когда сходит, она немножко снимает расщепление, потому что это будет перегруз. Сасар! То есть это уже будет порося практически. Поэтому дает верхушку. Сасар! Да, и добавляет вот этот драйв, который у нас будет сделан уже на фальцетном механизме, на микстовой форме звука. Слушайте, я так и научусь петь как Бет Харт в этой программе. Наконец-то! Вот, и может таки поеду к Слэшу и спою с ним вместе. Вот, маленькое количество у нее здесь расщепления, скорее мощь звука, потому что мы не теряем с вами, да, четкости. Ау! Ау! Да, да-да-да. Все у нас идет на плотной опоре, по дыханию у нее здесь достаточно все хорошо, пресс ее держит. Она, кстати, несмотря на то, что уже в возрасте, у нее всегда такое пузико подтянутое, она в хорошей очень форме, вообще самая очень жилистая женщина, как вы поняли. Кстати, обратите внимание, что вот эти вот ее такие дососы, что после фразы, да? Давай! Они очень-очень важны, опять-таки, именно конкретно в этом жанре и стиле. Каждая вот эта ее «Oh, baby, no, no, hey, hey, hey!» Да, то есть они добавляют вкуса, добавляют, ну, как специи, да, то есть не просто вокальная партия по словам, но и дополнительные звуки, которые делают композицию еще более живой. Но, честно вам скажу, управляться с ними достаточно сложно, если вы не уверены, да, то есть она настолько живет в этой музыке, настолько она органична, что любой ее звук становится музыкой. Это тоже удобно. Am I the one down, down? Да, то есть она себя ни в чем не отказывает. Хочет down, down, хочет там rah, rah. Что хочет, то и творит. Ну и все, пошла колбаса. Down, down, you make me feel crazy, crazy. Пошла колбасить, пошла добавлять драйв, все, вся фразировка пошла вперед.
очень акцентная, очень хорошо, она тоже с барабанщиком всегда, у них такая коллаборация, да, очень четкие фразы у нее идут. Culmination, что делать? А вот это даже интересно. Фадес и. А, удобно. Слушайте, правда удобно, потому что и на микстовой, на фальцетной позиции в микстовой форме и будет достаточно плотная, но при этом хрящи у нас с вами не будут в сильном натяжении. И в них впаять вибрацию, не вибрацию, как его, драйв. Достаточно удобно, но надо же, умная какая тетенька. Hey, hey. Ну, круто же. Baby, hey, hey, hey. И подловила, да? То есть звук сделала, и потом как будто вообще второй исполнитель. Hey! Очень здорово. И опять Белоснежку. Обратите внимание. Am I the one? Как у нее меняется динамика. Вот она вам шарашила в уши, вот вообще по самой неболуй. И вот она опять вас притянула. Кстати, обратите внимание, что наш с вами слух так настроен, уж так в этом лесу повелось, что от громких звуков мы начинаем уши как будто бы вживаются в себя. Не уши, я имею в виду, больше в смысле этого слова, да? То есть, ну, рецепторы, как это прямо правильно сказать. А к тихим звукам мы прислушиваемся. И из-за этого при протяжении всей композиции она постоянно то дает нам громкие звуки, да, мы от них отстраняемся, то мягкие, мы к ним, да, вот прям... Притяжение идет, и она постоянно с нами туда-сюда, туда-сюда, как с маятником, да, то есть не дает нам расслабиться ни на секунду. Вот все в нос пошло. Этот звук, да, он будет немножечко отличаться от открытого грудного. Am I the one? Yeah, yeah. То есть все будет около носового резонатора. А вот тот великолепный момент, от которого я просто млею, когда у них начинается перекличка с гитаристом. Честно скажу, была на живом концерте, когда это увидела, у меня просто катарсис со мной произошел, как они, да, переговаривались. Она практически повторяет фразы гитары. Или гитара ее начинает забавляться. Идет по фразам, по разным интервалам. Фразировка. Это так важно. Фразировка. Фрай. I gotta know, know. Смотрите, много, кстати, у нее субтоны проглядываются, да? То есть, когда она выходит, я же вот пожалуйста, с фрая, и распускает совершенно, да, там не дает плотного никакого механизма. И вы слышите, как воздух струится сквозь ее связки, да, но при этом дает вам какой-то тон. Наглая! Только что он орал на нас. Come on, la-la-la-la-dum. И опять убрала все на субтон. Прелесть. Но! Здесь вообще все, и звук, и тремоло, да, вот этот вот, и расщепление, драйв. Господи, куда ж ты идешь-то? Это знаете, что у нас уже? Это у нас уже соль диез. Боже мой, я сейчас лопну здесь, у вас как курица, и перышки от меня полетят. Мало того, оно еще драйвует. Круто! Можешь петь, научусь. Да, Вань? Да. Да, да.
И опять хе-хе-хе-хе. Да, так же здесь было. Просто прыгай с механизма на механизм, со звука на звук. Делаю с нами, что хочет. Слыхали? Во-первых, дала йодель, да, там, это какой-то такой вылет у нее был. И дальше дала вот это, вау, микстовая позиция, сейчас попробую. Мало того, она начала звук качать, что у нее там, да, было? Вау, но только это с расщеплением, значит, конечно, попробую. Вау, ужас. Знаете, какая тут должна быть опора? Не атака, только не путайте, пожалуйста. А именно опора воздушная, чтобы грамотно вот этот звук срезонировать и еще его качнуть. Ладно, там, не знаю, какие-то фразы, но когда ты его держишь, то есть качать еще этим звуком, это нормально. И такая себя похвалила, что у меня это как раз только что получилось. Вот это нормально, Вера Санна. Так, никто не похвалит, если сам себя не похвалишь. Ну все, пошла истерика. Да, и в каждом у нее есть расщепление. При этом, смотрите, не очень амплитудный, там хоть и драйв, но на миксту, кстати, его очень удобно контролировать. Можно его сделать прям чуточку песочным. Обратите, сколько у нее мелизматики, внимание. Вот эти все штуки она делает, конечно, филиграннейше. При этом заметьте, что дело даже не в том, что это студийная запись. Посмотрите любое выступление, она будет идеально в нотах! Идеальная женщина. И даже, я вот вам скажу, я была когда на последнем ее концерте, она была не очень в форме, но когда она не попадала, я очень хорошо знаю материал, когда она не попадала в ноту, она это опевала так, что никто, дабы даже не заподозрил бы ее в каком-то читерстве или какой-то там немузыкальности. То есть она преподносит себя так, что это дорого-богато. Вот так и надо. Ну и дослушаем еще хвостик. Только что опять, вот это прям все ее. Come, come, babe! Вы представляете, какая вообще техника, какая быстрота перевоплощения. Ведь здесь же, если говорить не только о вокальности, да, идет как два образа милой девушки, которая вопрошает, и разъяренного, собственно, монстра, которая раздирает уже, ибо нефига, так скажем. Вот, и... Вот у нас закончилась композиция, и знаете, вот это вот такая радуга такая из попы только у нас с вами, да? Так и есть, потому что столько приемов в одной песне, это, конечно, надо уметь. Я считаю, что надо поаплодировать всем вместе нам с вами Бет Харт стоя, обязательно посмотреть ее концерты, посмотреть ее... послушать ее альбомы, вот у нее только что в этом году вышел, посмотреть ее альбом с Джоба Намаса, послушать ее песню со Слэшиком. Очень она тоже крута, потому что, может быть, вы и слышали, да, этот альбом 2007 года Слэша, но просто не идентифицировали ее. Прислушайтесь еще раз и поймите, насколько крутой исполнитель, да, в ряду не менее, да, таких прекрасных, выбранных Слэшем, да, как Элис Купер, кто там еще был, Адам Леви, там, Майлз Кеннеди и же с ними. Вот, Бет, огромный вообще поклон наш и благодарность за такую, я бы сказала, книгу, да, учебник расщеплений. От меня огромная отдельная благодарность за то, что она позволила мне стать тем, кем я стала сейчас. И нам с вами кропотливая работа над фразировкой, дыханием, расщеплениями, осознанием, да, там, акцентами, осознанием разных типов звука. Посмотрите, у нее же эстрадных звуков полно. И я вам скажу так, дай бог
нам тоже много-много таких исполнителей. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, ставьте колокольчики, чтобы скоро будет много роликов, чтобы они к вам сразу же, да, вот про компрессию, про то, про сё, они к вам сразу попадали. Переходите, пожалуйста, также в мой Инстаграм, в котором у меня большое количество также трансляций и всяческого рода информации, которая будет вам полезна, а не только ногти и еда. Это правда. Я вас очень люблю. До новых встреч. С вами была Вера Фокс и божественная Бет Харт. До встречи.